Бобруйском районе завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность – 21 центнер с гектара. Самый высокий показатель в гиганте – 47. Также начат сев озимого рапса. Растение уже занимает площадь в 2026 гектаров, а это 88% от плана. Ведется подготовка к внесению семян озимых зерновых и уборке кукурузы на силос. До конца августа принимаются заявки на республиканский автопоезд «Беларусь. Молодежь. Профи». Зарегистрироваться можно на сайте «Молодежь. Бел». 120 участников в возрасте от 18 до 31 посетят населенные пункты страны, где познакомятся с крупными и градообразующими предприятиями. Брендированные автобусы стартуют в Бресте, финиш в Минске. 24 августа с 9 до 12 часов прямую телефонную линию проведут председатель Бобруйского горосполкома, глава администрации Первомайского района, первый заместитель главы администрации Ленинского района. Граждане смогут обратиться по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, содержания и уборки территории района. В преддверии начала учебного года с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие МВД «Внимание, дети». В этот период водители должны ездить с включенным ближним светом. Профилактическая акция призвана повысить уровень ответственности, привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей. В Бобруйске в парке культуры и отдыха пройдет городской конкурс «Играй гармонь». Выбирать победителей будут в двух номинациях – солист, вокалист и лучший гармонист. Принять участие могут любители и исполнители народных песен, возраст от 20 и старше. Начало в 12:00 24 августа.